семитомник, изданный он в 2002 году, значит, в Москве, в издательстве «Терра книжный клуб», как это не часто бывает в отношении собраний сочинений разных авторов, отечественных, и зарубежных. И вот ознакомимся в связи с этим составом этого собрания сочинений и немножко, так сказать, прокомментируем его. В первом томе размещен трактат о Нарциссе, теории символа, странствие Уриана, повесть, опыт любви или трактат о тщетности желаний, повесть, топи, повесть, яства земные, поэма, плохо скованный Прометей и еще, так сказать, обобщенные некоторые трактаты. То есть здесь вот вся, я бы так сказал, философия символизма, к коему примыкает на первом этапе своего творчества Андре Жид, и трансформация его воззрений на символизм, переход от символизма к другим формам модернизма. Это все вот здесь представлено в едином, так сказать, сборе, несмотря на то, что произведения появляются в разные периоды жизни Андре Жида. Ну и, пожалуй, наверное, центральными, так сказать, в этом первом томе, не отрицая, так сказать, достоинств других произведений, являются трактат о Нарциссе и яства земные. Трактат о Нарциссе – это, собственно, в чистом виде, так сказать, символистская идея, обнаженная символистская идея, собственно, обнажение сути символизма и в какой-то мере, так скажем, философский взгляд на символизм, вместе с тем выражающий приверженность автора такому, ну, более узкому направлению в символизме, как нарциссизм. И, так сказать, здесь очень интересно как раз то, что в трактате о Нарциссе уже в одном из первых произведений уже наблюдается внутренний разрыв писателя, который заключается в том, что автор сводит в одном произведении образ античного нарцисса и сводит его с образом Иисуса Христа, сводит его с библейским сюжетом, сводит его с Библией как таковой, начиная, собственно, с истории Адама, с истории Эдема, с появления, так сказать, женщины как противоположности мужчины. И далее, так сказать, это развивается, переходит там, так сказать, в образы уже Нового Завета. И одновременно при этом присутствует нарцисс, тот самый, обозревающий себя в бегущей воде. И это все соединяется в единый комплекс представлений Андре Жида о эстетике символизма. Собственно, он видит символы, лежащие в основании этого направления, именно в абсолютно классических сюжетах, классических построениях, таких как античная мифология и христианство, христианское учение. Вот это, так сказать, оставляя на совести в данном случае писателя, так сказать, все параллели, которые он там выстраивает, но это, тем не менее, вот такой действительно сильный эксперимент, который, конечно, имел очень сильное воздействие на умы французские, не только французские того времени,
А уже дальнейшее, на самом деле, развитие, более позднее развитие этого, так сказать, направления, уже с обращением к гедонизму, более ярко выраженное обращение, это уже яства земные, где, так сказать, исследуется феномен человека в системе человеческих удовольствий разнообразных, от телесных до духовных, которые, так сказать, очень пестро переплетены. Хотя, конечно, текст, это произведение, как символистского еще, все еще произведения, может, более позднего модернистского произведения, уже с другими нотками. Тем не менее, он очень сложен для восприятия. И для того, чтобы увидеть, ну так скажем, обнаженную мысль автора, нужно подумать над этим текстом. Тем не менее, считается, что на самом деле это произведение определило характер жизни французов, французского общества на протяжении практически почти всего 20 века. Ну, по крайней мере, до начала Второй мировой войны. Вот. И это тоже очень высокие оценки относительно творчества Андре Жида. Ну, и Топи, конечно, интересный момент, где, собственно, происходит философский, опять-таки, философский разрыв Андре Жида с символистами, где, так сказать, собственно, Топи – это место духовного погребения символизма в себе и в окружающем мире. Болотные топи имеются в виду, конечно. Ну, собственно, мы продолжим. Обратимся к следующему тому. Это том второй. Здесь повесть и моралист, повесть Изабель и небылица «Подземелья Ватикана». Абсолютно все три произведения разные по содержанию, по особенностям стилистики, по сюжету тем более, да? Хотя, опять-таки, мы исследуем некий вопрос о любви. Ну, если «Подземелье Ватикана» – это, так скажем, некая игра ума, состоящая из нескольких новелл, связанных разными персонажами, которые переплетаются друг с другом, так или иначе, то, и опять-таки, рассказывает нам отчасти о религиозности автора определенной, то вот, скажем, Изабель – это, как полагают многие критики, это попытка написать сатирическое произведение, сатиру на, в области проблематики любви, можно ли полюбить, так скажем, некий обобщенный образ, который в конечном итоге будет развенчан и от которого, так сказать, влюбленный бежит как от кошмара. Да? Ну, на самом деле, да, наверное, можно, но вот этот эксперимент, так скажем, мысленный и духовный, в этом произведении мастерски абсолютно реализует нам Андре Жид. Ну, третий том. Третий том – это повесть «Тесные врата», пасторальная симфония, урок женам, Робер, Женевьева или незавершенная исповедь и притча Тесей. Тоже, как во всех случаях, это произведения, которые компонуются друг с другом, по крайней мере, по мнению редактора, да, этого издания, которые более-менее принадлежат одной тематике, но вместе с тем они в разное время создавались, и они, конечно, разные произведения. Вот. «Тесные врата»
Это автобиографическая повесть. Конечно, за исключением трагической концовки, которой не было в жизни, рассказывающие, как полагают, о, так сказать, той влюбленности, которую испытывает писатель, автор, к своей супруге будущей. Это вот сложный процесс, значит, реализации отношений. Есть здесь элемент сатиры, кстати, опять на разрыве, направленный на религиозность той юной особы, которая является предметом любви и вожделения, хотя, так сказать, она питает реальное совершенно открытое любовное чувство к своему возлюбленному. Вот это ее, так сказать, религиозная закрытость не позволяет ей самореализоваться в этом любовном чувстве, хотя все окружающие, начиная с ее родителей, начиная с, так сказать, всех окружающих этих, эту влюбленную пару людей, за то, чтобы эта любовь реализовалась в браке. Ну, увы, вот, значит, внутреннее самоограничение, сомнение, иногда кокетство, иногда, так сказать, убеждение, в конечном итоге фатальный страх перед этим возможным результатом приводит главную героиню к гибели фактически. Ну, умирает она от просто болезни серьезной, возможно, отягощенной душевными страданиями, но на самом деле она умирает, потому что она умирает в своей любви. В своей любви умирает духовно и не может ее реализовать. Вот эту мысль, на мой взгляд, несет здесь автор. Считать эту трагедию сатирой в какой-то степени можно. Ну, почему бы и нет? «Господа Головлёвы» тоже ведь трагическое произведение. Да? Поэтому вовсе не обязательно сатира не может быть реализована через избежание трагических контекстов и быть всегда исключительно юмористической сатирой. Вот. И поэтому, да, вот здесь вот такой финал и вот такое развитие сюжета. Эти самоограничения, о которых мы здесь говорим, они исходят не только от главной героини, они на самом деле исходят от героя. В какой-то степени, когда мы вот обращаемся к этому произведению, оно иногда начинает напоминать нам известную русскую сказку про журавля и цаплю. Когда, так сказать, журавль ходил жениться к цапле, она его, так сказать, отправляла, а потом передумывала, обращалась к нему, ну, по крайней мере, в своих письмах, да, как наша героиня. И он, так сказать, не проявлял должного рвения и внимания. То есть вот в какой-то степени это вот такая диспозиция вымышленная. И не случайно название само «Тесные врата», ибо это, так сказать, фраза из Священного Писания, которая говорит, что в своем движении к любви к Богу, так сказать, любви к ближнему вообще, так сказать, надо пройти через совершенно тесные врата, которые, так сказать, только тогда эта любовь будет освящена божественным промыслом. Вот. А если, так сказать, вы идете во врата распахнутые, то жизнь ваша обречена на бесконечное несчастье. Ну вот, собственно, об этом это произведение. Очень интересное для любого читателя в любом возрасте, я бы так сказал. Роман «Фальшивомонетчики», о котором мы говорили, не разбирая его подробно, детально, мы скажем, что это тоже весьма интересное модернистское произведение Андре Жида, которое
Несмотря на то, что в данном случае модернизм, литературный модернизм, очень открытый, очень понятный и не вызывающий сложности в восприятии, как и во многих других случаях, в отличие от трактатов, которые написаны символистскими совершенно приемами, вот эти произведения, они порой даже очень бытописательские, обыденные такие, в своих некоторых, так сказать, в своих некоторых таких проявлениях. Но в целом роман был задуман как модернистский эксперимент. Здесь мы можем, наверное, вспомнить о Джеймсе Джойсе, о его, так сказать, «Улиссе», о тех литературных экспериментах, которые он реализовал при написании этого романа и некоторых других своих произведений. Вот здесь Андре Жид тоже экспериментирует, но экспериментирует несколько другим образом. Он пытается переложить, так сказать, форму этого произведения в его внутренней динамике, временной динамике, на законы написания фуги Иоганна Себастьяна Баха. Вот представить только себе, так сказать, вот эту вот гармонию прозаического произведения, положенного на музыку Баха, это уже вызывает, так сказать, большую для нас сегодня проблему. Просто представить, как это возможно, так сказать, размерами уложить одно в другое. Ну и кроме того, здесь огромное количество заглавных персонажей. Более 40, по-моему, заглавных персонажей, которые, так сказать, каждый имеет свою линию, так сказать, развития сюжета, но при этом все они взаимодействуют и переплетаются. Их клубок, вот этот, вот, так сказать, по мере развития сюжета растет, и уже порой очень сложно отследить, где, так сказать, какой персонаж каким образом связан с другим персонажем, потому что количество этих связей неимоверно. Даже есть диаграмма, нарисованная, по-моему, самим Андре Жидом, в котором он показывает своих персонажей и стрелочками указывает на внутренние связи, которые на самом деле формируют вот это завершенное построение. Как я уже сказал, еще и положенное на музыку Баха. Ну, если вам удастся увидеть в простоте содержательной, языковой, вот эти внутренние, так сказать, механизмы, реализующие этот процесс, это будет, на мой взгляд, просто удивительно, но, видимо, они там все-таки присутствуют. В пятом томе «Путешествие в Конго и возвращение с озера Чад» — это второе путешествие в Африку Андре Жида, которое, как я уже сказал, оказало огромное влияние на антиколониальное движение в Европе. Это путевые заметки, которые на самом деле рассказывают в довольно литературной форме о, опять-таки, том разрыве в образе жизни, который ведут европейцы, который современные им африканцы испытывают на себе, несмотря на то, что цивилизация вроде бы находится где-то рядом. Вот. Я думаю, что эта проблема продолжает оставаться актуальной на самом деле в условиях современного финансового неоколониализма. Но я думаю, что вот то, что здесь попытался обозначить Андре Жид, это все-таки в определенной степени может оказывать, продолжает оказывать свое влияние на
решение некоторых проблем человеческой совести. И в шестом томе драматургии это царь Кандавл, драма, Саул, драма, Эдип, драма. И здесь же такой хороший литературоведческий обзор творчества Достоевского, который очень волновал Андре Жида, и трактат «Коридор». Ну, драматургия Андре Жида – это вообще явление особенное. Особенное оно тем, что оно не столь многословно, не столь многогранное. Все-таки три произведения, центральных, которые, собственно, довольно постановочны. Вместе с тем, они написаны для театра, в отличие от многих драматических опытов, которые модернисты себе позволяли и которые, так сказать, очень часто могли быть реализованы с большими очень условностями на театральной сцене. В данном случае драматургия очень понятна, открыта. Где-то есть, так сказать, саркастическое отношение автора к классическому сюжету. Явно, так сказать, присутствует порой насмешка. Я вполне представляю себе, что эти трагедийные по содержанию произведения сегодня можно в современных условиях реализовать как вообще трагикомедию. И такие расставить акценты в тексте, что, так сказать, мы можем, так сказать, покатываться со смеху над злоключениями того же царя Саула, да, воцарения Давида. Мы можем наблюдать здесь очень яркую, выразительную и сложную драматургию, которая написана очень прямым, откровенным, эмоциональным языком. Вот это вот, так сказать, особое достоинство, на мой взгляд, этих драматических произведений. Ну, да, так сказать, они имеют иногда некоторую такую тональность, которая, так сказать, может быть рассмотрена как проявление особых предпочтений Андре Жида, да? Которые... Ну, единственное произведение, в котором они выражены, это «Коридон». Вот в седьмом томе здесь тоже трактаты по существу или публицистика, наверное, в большей степени общественно-политическая. Три произведения. «Если зерно не умрет», «Этнун манит инте», судя по всему, это латинская фраза, и «Возвращение из СССР». Я бы, конечно, обратил здесь внимание на вот «Возвращение из СССР», акцентировал бы вновь его, что не потому, что Андре Жид в этом именно произведении проявляет себя как совершенно категоричный сторонник Советской России, советского народа, пытается, как многие другие авторы, реабилитировать советский образ жизни перед западной аудиторией. Более того, Андре Жид был очень и очень критикуем за это произведение, так сказать, его вообще, так сказать, обвиняли в просоветскости, в коммунистическом мировоззрении и так далее, да? Некоторые критики. Вместе с тем здесь уже намечается, так сказать, критика линии сталинизма,
связанные с внутренними проблемами, с процессами 30-х годов, конца 30-х годов особенно, с таким явлением, там, как Беломорканал и так далее, да, ну, которые, так сказать, были очевидны, которые находились на поверхности, и только слепец не мог их не увидеть. И, конечно, Андре Житы это увидел воочию и выразил свой протест ограничению свобод, который, конечно, он в силу своей внутренней убежденности не воспринимал совсем. Вот. Ну вот в таком виде это произведение появилось, потом было, так сказать, дополнение к этому произведению, в котором уже Андре Жит полностью подверг критике руководства Советского Союза. И с этого момента его произведения в СССР не издавались. Вернулись к изданию произведения Жида уже после того, как Советский Союз прекратил свое существование. Завершилась жизнь писателя в 1951 году. И, собственно, на этом завершилась писательская эпоха, писательская звезда Андре Жида.